Вот пробный рубль, отчеканенный в 1967 году. На реверсе изображено знамя с изображением Владимира Ильича Ленина. Под знаменем в лучах солнца изображен крейсер «Аврора». Ниже даты 1917-1967. Рубль изготовлен 50-летию советской власти. В верхней части надпись «50 лет советской власти». Надпись выполнена полукругом вдоль канта, выпуклыми буквами. По окружности виден четко выраженный кант. На аверсе монеты в центре изображен герб СССР образца 1956 года с 15 витками ленты на колосьях пшеницы. Герб упрощен, не имеет надписей на ленте. Между перевитых лентой колосьями изображена планета, покрытая параллелями и меридианами. На ее фоне серп, наложенный на молот, символ союза рабочего класса и крестьянства. В верхней части пятиконечная звезда с четко выраженными гранями. Над звездой полукругом вдоль канта надпись «СССР», аббревиатуру государства. Под гербом две горизонтальные строки обозначен номинал и название денежной единицы. Надпись «1 рубль». По окружности виден четко выраженный кант. Гурт монеты гладкий, с вдавленными надписями. Слава Великому Октябрю 1917-1967. Монета изготовлена из медно-никелевого сплава. Вес 10,56 грамма. Диаметр 31 миллиметр. Цена на сегодняшний день 5 миллионов 70 тысяч рублей.